А на Красной площади Чебоксар подрядчик начал вырубку голубых елей. На этом месте компания «Парк Девелопмент» намеревается установить 50-метровое колесо обозрения. Как оказалось, у подрядчика не было никакой разрешительной документации. Инвестор получил в управлении экологии разрешение на вырубку деревьев, но начал работы, не получив ордера на проведение земляных работ. Не установил информационные щиты и не оградил территорию. Таким образом, без предупреждения о начале работ было вырублено 12 деревьев хвойных пород. Пресс-служба администрации Чебоксар сообщает, что этот островок, на котором были высажены деревья, рассматривался в качестве единственного варианта для установки нового аттракциона. На территории площади проходит много подземных коммуникаций. Компания-подрядчик выплатила в бюджет компенсацию и обязалась высадить на близлежащей территории в 5 раз больше деревьев. Начальник управления экологии Чебоксар Владимир Михайлов получил выговор.